Всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Кто когда смотрит, всех приветствую на своем канале. И вот у нас уже предновогодние деньки, то есть у нас 28 декабря. Не знаю, когда вы будете смотреть это видео, на Новый год или после. Ну, в общем, с наступающим, кого, у кого наступил, с наступившим. То есть желаю всем счастья, удачи, везения в следующем году. Надеюсь, что в следующем году нам будет работаться легче в сельском хозяйстве, вам тоже, то есть хороших солнечных дней при сенокосе, при заготовке сена, так как наш канал очень сильно связан с сельским хозяйством, и основное наше направление это. Но решил я маленько расширить наш канал как бы по направлениям, по своей как бы работе, и сейчас расскажу, как это будет происходить, канал, что будет у нас происходить на канале. Ладно, смотрите. Итак, что же я придумал на своем канале? А придумал я на своем канале и хочу оказать вам помощь в продаже сельхозтехники. Если вы из Тверской области, значит, мы приедем к вам, снимем вашу технику, трактора, что вы еще хотите продать, и разместим это видео на своем канале, указав ваши данные, кто, что, как с вами можно связаться будет, и вы сможете, я надеюсь, сможете быстрее продать свою технику, так как у нас маленько зрителей собрались, ну не знаю, как в нашем регионе, но может в соседних регионах будет интересна данная техника кому-то. И в общем, поможем вам продать вашу технику. Кроме этого, если вы не из Тверского региона и далеко находитесь от нас, в комментариях напишите, я хочу продать технику, помогите мне. То есть, как только вы напишите, я вам скину свой электронный адрес, почту, вы пришлете мне туда видео, и я выставлю, размещу ваше видео по обзору вашей техники, той, которую вы хотите продать, на своем канале. И надеюсь, что в вашем регионе это видео поможет вам продать вашу технику. Так что как-то вот так. Да, еще кто из Тверского региона или соседних областей уже продает свою технику или продал, то мы можем вам оказать помощь в привозе, увозе. Это кто как. Кто как кому, то есть какие, либо продавцу, заказчика отвезти технику, либо покупателю привезти технику. Есть свой эвакуатор, мы привезем к вам. И надеюсь, этим вам поможем. Ну, естественно, по приемлемым нашим колхозным ценам. Ладно, вроде в принципе новогодние подарки еще рано дарить, ну, надеюсь, что это видео кому-то поможет, будет в помощь. Так что пишите, комментируйте, дополняйте. Палец вверх, вниз, как вам понравилось, не понравилось наше предложение. Может, у кого-то будут какие-то дополнения или еще что-то, что поможет нам улучшить наш канал. И общение с вами, естественно, со зрителями. Ну все, всем удачи, всем пока. Ну и в окончании этого видео, ролика, хочу сказать, то есть подведем как бы итог. Значит, если вы хотите продать трактор, мы приедем, снимем видео для вас, разместим на YouTube в помощь вам для продажи. Если вы далеко находитесь, вы снимаете видео, присылайте нам, мы его также разместим. Да, это вам будет помощью, допустим, на Авито выставив, там есть строка, видео с YouTube, как которая также можете наш ролик там разместить к своей технике, к своему трактору, и будет вам помощь, просмотры, осмотры, то есть покажем все нюансы вашего трактора, где, чего и как, чтобы человек, который заинтересовался, мог спокойно рассмотреть и посмотреть вашу технику. Итак, вы продаете трактор, тогда мы едем к вам. Все. Не, Сергей Викторович еще не завел бычка.
этот. Все, пишите, комментируйте. Те, что вы... все подарки на Новый год мы еще не раздали. Ждем видео с розыгрышем призов. Так что смотрите дальше.